Всем привет! У нас сейчас распаковка. Заказали вот через Wildberries вот такую вот коробочку такую. Я думаю, что там печенье, но мы сейчас посмотрим. Просто тоже интересно. Кстати, вот стали хорошо еду упаковывать. Такие пакеты почтовые, как посылки. Так, вот давайте сейчас распакуем. Распаковка. Еду там все равно обратно возвраты не делают, поэтому уже без разницы. Мне нужен ножик. Написано на скотче кондитерская фабрика Сибирь. Натуральный продукт. А так это мюсли. Мюсли. Не повезло. Ну ладно. Делают в Новосибирске. Но новосибирскую еду я помню, как-то мороженое делал в Новосибирске. Еще что-то. А, торт. Но мне, по-моему, не понравилось. Я забыл. Вот честно говоря, не буду. Помню, потому что в Новосибирске я очень мало еды. Но если это мюсли, то сейчас посмотрим, потому что мюсли я... Я вообще не знаю, я ни в каком виде не знаю. Ну, что это какие-то отруби, что-то там несъедобное. Да, да, это вот этот кошмар, это мюсли, это вот этот. Ну, выглядит не очень аппетитно, выглядит вообще отвратительно, как будто просто взяли все, в пакет понапихали и в коробку засунули. Ну, вот, посмотрите, как это все выглядит. Просто запихали в обычный полиэтиленовый пакет, ну, в стрейч-пленку, это, запихали печенье туда, в коробку запихали, килограмм отвесили. Отвратительно выглядит. Просто ужасно. Ну, давайте попробуем на вкус. Ну, пахнет мюслями. Ну, не знаю, прям, не знаю. Я не могу такого есть. Здесь какой-то геркулес. Я даже не есть. Я не знаю, кто это заказал, но это точно не я. Я бы никогда в жизни такого не заказал. Но они не сладкие. Они соленые, они как крекеры. Не знаю, ну максимум, что там это можно есть, это купить мазюку вот такую, рыбную, какую-нибудь там икру, еще что-то, вот так вот. Как будто вот есть. По сути, он по вкусу это крекер. Крекер с какой-то кашей, не вареной кашей, толченой. По баллам это 1 балл из 10. Ну, просто ничего отвратительного я в жизни не видел. Короче, это 1 балл, такой по вообще не рекомендую, это ужасно, не смысл, упаковка, все, это как пришло. Все, нет. Даже 0. Еще это все к зубам пристало. 0 баллов. Вообще 0 из 10. Не берите такое никогда. Да. Пока-пока.